Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Love AliExpress. Меня зовут Олеся. Сегодня снимаю обзор на корейскую косметику сайта Hello Cutie. А именно, обозревать я сегодня буду вот такой красочный beauty box. Это набор косметики, подобранный магазином. Каждый месяц выходит новый набор. В одном из прошлых своих видео я уже рассказывала вам о косметике с этого сайта. Большая часть этой косметики мне понравилась. В особенности очень понравились вот эти умывалки. Действительно, очень хорошая вещь. Пользуюсь ими постоянно. С того момента, как получила, мне очень нравится. Не хочу менять их на какие-то другие умывалки. Они мягкие, не сушат кожу, хорошо очищают. При этом не содержат никаких лишних масел, и кожу они не пережирняют. Натуральный здесь состав, они очень экономичные. В общем, действительно хорошая вещь. То, что заказала, не пожалела. И единственное, что мне не очень понравилось из прошлого заказа, это гель-татуаж для бровей, который я вам показывала. Он рыжит, и если у вас волосы не рыжего цвета, то данный оттенок вам не очень подойдет. Итак, давайте приступим к нашему бьюти-боксу. Небольшая такая коробочка пришла, она ко мне за неделю, доставка у них из Москвы. Каждая коробочка оформляется вручную. На сайте можно оформить подписку и каждый месяц получать новую коробочку. Сверху лежат две тканевые маски, фиолетовая с экстрактом тюльпана. Это увлажняющая, успокаивающая маска. Написано, что она помогает открыть забитые поры и удалить омертвевшие клетки с поверхности кожи. Мягко осветляет кожу и устраняет покраснение. Ее нужно приложить на очищенную кожу лица или тела, оставить на 15-20 минут, затем снять, а остатки эссенции вмассировать. Вторая маска с экстрактом улитки, придающая коже сияние. Она увлажняет и питает, мгновенно проникает в глубокие слои, отбеливает кожу, удаляет пигментные пятна, возвращает ей однородный тон. Применение аналогичное. Следующее, что я вижу в коробочке, это мини-версия крема с текстурой взбитых сливок. Регенерирует, увлажняет, смягчает и глубоко питает кожу. Стимулирует рост молодых клеток. Активизирует синтез коллагена. В состав входит антивозрастной осветляющий комплекс и молочные протеины, обладающие противовирусными и противомикробными свойствами. Крем в применении мне очень понравился. У него на самом деле очень легкая текстура. В нем нет ни грамма жира, поэтому он хорошо подходит для жирной и комбинированной кожи. Наносила его на ночь. Утром кожа была такая ровненькая, подтянутая и совершенно матовая. Далее идут мини-версии 5 средств. Первая эссенция с коллоидным золотом от Secret K. Она увлажняет, осветляет кожу, борется с морщинками, питает ее. Кожа разглаживается, становится упругой, эластичной. В состав входят омолаживающие, осветляющие компоненты, экстракт золота и гиалуроновая кислота. Наносится она как крем. Применение тоже очень понравилось. Очень хорошо увлажняет, при этом не содержит ни жиров, ни масел. Далее эссенция с экстрактом улиточной слизи от Secret K. Она улучшает цвет лица, восполняет потерю влаги, защищает кожу от неблагоприятных условий внешней среды, борется с процессами старения, восстанавливает кожу, эффективно при акне, расширенных порах, кривой сыпи, пигментных пятнах и ожогах. Применение тоже понравилось. Тоже очень легкая текстура, идеально подходящая для моей комбинированной кожи. Наносила днем. Кожа также осталась матовой и при этом увлажненной. Далее эссенция для лица от Secret K. Она на основе молочных культур эффективно увлажняет кожу и осветляет ее. В состав входит фолиевая кислота и витамины группы В. Она питает кожу, улучшает ее эластичность, оказывает оксидантное действие, защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды, предотвращает преждевременное старение. Применение у нее как у тоника. Она ватным диском наносится на кожу, практически не имеет запаха, у нее очень нежный состав, она не раздражает кожу, подойдет даже для поврежденной кожи. Далее два средства от фирмы Лионель. Первое — это тонер гидропилинг с морской водой, экстрактом бурых водорослей и гидролизированным коллагеном. Он отшелушивает омертвевшие клетки с поверхности кожи и способствует ее обновлению, обеспечивает увлажнение на весь день. Его нужно наносить на кожу после умывания ватным диском. Второе средство — это лосьон глубокое увлажнение. Увлажняет сухую кожу, делая поверхность более упругой и гладкой. В состав также входит морская вода, содержащая различные минералы. Наносится как крем. Далее шампунь и бальзам-ополаскиватель в мини-версиях для поврежденных волос. Состав здесь полностью натуральный. В него входят масла и кофеин. Шампунь обладает выраженной очищающей способностью. Увлажняет волосы, способствует их росту, уменьшает повышенную жирность и успокаивает кожу головы. Запах древесный. По действию лично мне напомнил сибирику.
и восстанавливающий бальзам для поврежденных волос, также с натуральными маслами. Действие у него питающее и разглаживающее. Он помогает распутать волосы и удерживать в них влагу. Также бальзам содержит в своем составе витамины, придает объем без утяжеления. Также в коробочке находится маска для волос, которую я вам показывала в прошлом своем видео. Она с яблочным экстрактом. Я уже успела ее воспользоваться. У нее очень приятный яблочный запах. Мне она понравилась. Она питательная, хорошо восстанавливает волосы. При этом она очень экономичная. Консистенция у нее как у плотного бальзама. После многочисленных моих окрашиваний волос эта маска мне очень даже кстати. Далее я вижу два пробника кремов. Они от той же фирмы, что и улиточная маска. Тоже попробую, если кому-то интересно, могу оставить свое впечатление в описании под видео. Ну и последнее, что осталось в коробочке, это крем-гель на основе конского жира. Этот животный ингредиент имеет состав, схожий с человеческой подкожно-жировой клетчаткой, поэтому лучше других масел усваивается кожей. Прекрасно ее питает и увлажняет. Лошадиное масло богато незаменимыми жирными кислотами, а также витамином А. Идеально подходит для чувствительной кожи. По консистенции он напоминает обезжиренный лосьон для тела, быстро впитывается, оставляя ощущение влажности кожи. После полного впитывания кожа мягкая и совершенно не жирная. Пользуюсь им с момента получения, наношу на все тело, эффектом очень довольна. Вот такая коробочка декабря, интересные средства находятся в ней. Здорово, что много мини-версий здесь присутствует. То, что очень понравится, можно заказать в полной версии. И вообще я рада своему знакомству с корейской косметикой. Сегодня все средства мне понравились. Здорово, что они идеально подходят для жирной комбинированной кожи, как раз как у меня. Потому что мало с какими кремами я дружу, из-за того, что все они, хоть даже в малой степени, жирноваты для меня. Ну вот на сегодня и все. Всем большое спасибо за просмотр. Ссылку на коробочку и на магазин я оставлю в описании под видео. Прощаюсь с вами до следующего видео. До скорых встреч!